Кросс-нации в Калуге пробежали 5500 участников. Началась традиционная всероссийская акция с разминки, затем участникам вручили номера для учета времени. На дистанции, которые были разными в зависимости от возраста и физических способностей, вышли дети, взрослые, пенсионеры. Самому младшему участнику, принявшему участие в стартах, всего 3 года, самому старшему – 79. Открыли забег представители красной группы, лучшие спортсмены Калуги. Кросс-нации проходил так же, как и в прошлом году, по улице Кирова. Большому количеству участников способствовало не только проведение кросса в центре города, но и хорошая погода. Погода как по заказу. И, в принципе, вот такая же погода хорошая была, когда 14 лет назад впервые проводились вот эти массовые забеги, массовая акция проводилась впервые в Калужской области в 2005 году.